Всем привет, друзья! Я вам уже показал установку Monaco 9. И сегодня хочу показать вам установку Monaco 8.16. И также многие спросили, есть ли возможность установить сразу две версии. Да, если у вас установлено 9, вы можете также установить 8. Либо наоборот, если установлено 8, можете также установить 9. Поэтому я сегодня покажу вам установку 8. И также эта установка более простая установка. В прошлой установке, вы помните, для, например, VXDIAC нужно добавить отдельный файл и так далее. В этой версии все делается автоматически. То есть файл для VXDIAC автоматически добавляется. Вам ничего не нужно делать. В конце также я прямо в этом видео сразу покажу подключение через VXDIAC. Также, друзья, по старой установке работает медленно. Вот, например, запускаю. Вот, как долго загружается, вот OpenBoard, допустим, также администрирование. Вот видите, медленно работает. А далее уже покажу новая установка, как быстро работает. Вот. Очень медленно работает. Так, друзья, а теперь новая версия установки. Посмотрите, как быстро работает. Запускаю. За секунду. Администрирование. За секунду. Вот новая версия установки очень быстро работает, очень. Вот. Вообще не нужно ждать. Все происходит за секунду. Запуск от имени администратора. Секунда. Секунда. Работает очень быстро. Вот это новая версия. И скажу, что вот эта папка весит уже 21 гигабайт, потому что в эту папку я добавил все проекты, все новые проекты. То есть вот это то, что я оставил в прошлых версиях, вот это. А это уже новые проекты, версия 3 и 22, я тоже оставлю в папке. Также полная SMRD база. Это программа, это пароль, а это видеоинструкция. Так, запускаем Monaco 8.16. Защита все время включается автоматически. Все время включается. Вот, выключился. Здесь можем выбрать, например, английский. Окей. Пароль. Вот в этом файле. Здесь, значит, друзья, установка Monaco и исправление. Также вот установка, есть вариант сразу установка для VCX адаптера, то есть VXDIAC. Можем сразу настроить. Нажимаем далее. Выбираем установку, выбираем это. Также выбираем установка для VCX, чтобы я вам сразу показал и для этого не делал отдельное видео. Далее. Выбираем вот через этот вариант. Далее. Установить. Так, нажимаем ОК.
Мы устанавливаем на Windows 11, друзья, но вы также можете установить на Windows 10, либо Windows 7. Нажимаем далее. Установить. Далее. На диск C. Установить. Закончить. Далее. Опять на диск C. Далее. Закончить. Все, у нас уже установлено Monaco. Запускаем. Все, у нас уже Monaco работает. VCX. У нас автоматически установлено VCX. Exeac. Все. Подключено, вот VCI доступно, и правый клик обновить. Вот сейчас посмотрим, не подключено. Вот подключено. И наш номер VCI. Все, друзья, как видите, все очень просто. Ничего не нужно настраивать. Все делается автоматически. У меня также есть видео, как кодировать через Monaco 8. Я показываю. Также ссылку на это видео оставлю в описании. Также через Monaco можете обновить блоки на новых автомобилях, которые не можете делать через X-Century. Это нам не нужно, это тоже не нужно, это тоже не нужно. Monaco вот сюда, очистить корзину. Если вам нужна Monaco 8, либо Monaco 9, напишите в комментариях. Или если вам нужна любая другая программа, тоже напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поддержите канал. Всем спасибо и удачи на дорогах.